Давай. Открывай ротик. Открывай ротик. Всем привет! Это канал Киктой. Сегодня у нас чокнутое ведро. Друзья, сегодня у нас новая игра, которая называется «Чокнутое ведро». А почему оно чокнутое? Потому что, как написано на коробке, это ведро пластиковое на батарейках с крышкой, которая постоянно пытается убежать от тебя. И закрыться. И закрыться. Твоя задача как можно больше закидать бумажных комочков, которые в комплекте, в это ведро. А комочков, как я понял, здесь очень много. Мы решили сделать следующее. Поделиться на две команды. Команда девочек и команда мальчиков. Ну что, давайте распакуем игру для начала и посмотрим, что внутри. Так, а потом уже начнем играть. Так. Опаньки. Что у нас здесь? Опаньки. Опаньки. Инструкция. Опаньки. Так. Крышечка. Крышечка. Вот она. Крышечка. Можно меня съесть? И может тебя съесть. Так, дальше что у нас здесь? Чокнутое ведро! Я здесь! Держи. И что еще? Подставка для чокнутого ведра. Вот сюда вставляются батарейки. Да, вот сюда. Ну что, все, давайте соберем ведро тогда. Давайте. Ну что, наше чокнутое ведро готово? Так, смотрите, у нас здесь 20 разноцветных бумажных комочков. Условия еще раз повторяю. Две команды. У команды 20 бумажек. За определенное время, то есть кто быстрее соберет эти все бумажки вот сюда, вот в это ведро, вот в эту емкость. Соответственно, штрафные санкции не отменяем. 5 секунд к общему времени прибавляется за каждое касание ведра. Ведро трогать нельзя. Понятно? Да. Ну что, ты готов? Да. Вы готовы? Готовы! Включаем игру. Давайте для начала держите ваши комочки. Я включаю игру. И поехали. 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 Камин, засекай время. Ай, я другой. Не могу попасть. Ни одного еще. Комочка едет. Аминка, бери комочек в руки быстрее. Время давай идет. Быстрее, мы проиграем, Антон. Давай. Ну, там сложно в него попасть. Оп. Так. Давай. Друзья, пишите в комментариях, за кого вы болеете. Давай. Победил. В прошлом челлендже больше всего голосов было за папу. Молодец. Последнее у вас? Последнее. Открывай ротик. Стоп. Команда мальчиков готова. Включаем игру на старт. Внимание. Марш. Поехали. Давай. Оп. Блин, я не попал. Попал. Ведро трогать нельзя. Это штрафные баллы. Оп. Оп. Попал. Камень, ты еще не отдал этого, не закинул, да, быстрее? Оп. Давай, малыш. Ну, ням-ням, давай. Ты же хочешь кушать. На, держи. Так. Ну. Давай. Не, ну это реально чокнутое ведро. Так, я его отодвигаю, чтобы он крутился здесь. Вот.
вы за минуту 30 все собрали. Нам надо да. минимум за минут 20. Так, оно застряло. Подожди. Ставим его на середину. Сколько? 15. Да ладно, тебе не ври. Минута 43. А, ес, мы опять выиграли. Мы проиграли, Камиль. Ну что, мы опять выиграли. Ты меня никак не обыграешь. Ну никак не обыграешь ты меня. Да это секундарный. Что? Конечно. Ну все. Ничего страшного. Умейте проигрывать, мальчики. Умейте проигрывать. Ну что, друзья, ставьте лайки, кому понравилось наше видео. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Вас ждет очень много интересных, увлекательных игр. Также видео про Лего. Так что подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока!